Новосибирский недоблогер Богдан, ранее известный своими провокационными выходками, снова пытается стать популярным. На этот раз он решил прокатиться на электросамокате, нарушая правила. Киселев запускал салют, катаясь на крыше машины. Стрелял из окна автомобиля во время движения. Бросался под поливальную спецтехнику. Известности признания подписчиков не снискал, зато попал под статью. Некоторое время провел в изоляторе, предстал перед судом. Получил условный срок, обещал исправиться. Но слово не сдержал. Он опубликовал новое видео со своими псевдоподвигами. Короче, вот такая обстановочка. Двигаемся. Разработка в принципе. Брат, а я из-за этого не поеду второй раз в тюрьму? Очень надеюсь, что нет. Как вы понимали, бага на машинке, блядь, все это время ездил и ни разу ТП не попал. Кикшеринговый сервис уже заблокировал клиента и выписал штраф 5000 рублей. Ведь по правилам компании на самокате нельзя кататься по проезжей части и перевозить габаритный груз. Богдан намеренно это проигнорировал. Кстати, госавтоинспекция вновь заинтересовалась неудавшимся блогером. Как минимум, он несколько раз не спешился, пересекая пешеходный переход, не говоря уже о создании аварийно-опасной ситуации на дороге.